Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице время ожидания трамваев сократилось вдвое. Заммэра Москвы Максим Лексутов заявил, что внедрение тактового расписания помогло снизить интервал движения трамваев на ряде центральных маршрутов в Москве. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, время ожидания снизилось в два раза в часы пик – до 6 минут. Например, для одних из самых популярных маршрутов – трамваев номер А, 3 и 39. Отмечается, что этими маршрутами каждый день пользуются почти 60 тысяч пассажиров. Сегодня средняя скорость движения трамваев – 17 км в час. Порядка 98% рейсов выполняют точно по расписанию. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!